Хейшки, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и сегодня я вам покажу кое-что очень крутое. Это топ-5 вещей, которые можно делать с флагами в Майнкрафте, часть 2. На первой части мы с вами собрали очень большое количество лайков, это очень круто. И вставайте так, вы мне в комментариях просили, чтобы я сделал алфавит на флагах, точнее буквы на флагах, это очень круто. И если мы с вами соберем 350 лайков, то я сразу же выкладываю новую серию. Давайте-ка, это будет очень круто, я вам сделаю этот туториал, и давайте быстрее ставьте лайки, и мы с вами начнем. И самое первое, что мы с вами сделаем, это TARDIS. Я думаю, многие смотрели сериал «Доктор Кто», и там была TARDIS, телефонная будка, в котором наш Доктор Кто перемещался в пространство-временном континууме, в разные времена, на разные планеты. Это очень круто, мы с вами это можем сделать в Майнкрафте, только нужно следить, что делаю я. Итак, нам понадобится 4 синих флага, кирпича, 4 лазуритные муки, 4 костной муки и вот все остальное, что у меня есть в инвентаре. Берем сначала синее знамя и ставим его вот здесь, потом костную муку и 4 кирпича. Мы получаем вот таких вот синие знамя и продолжаем делать дальше. Берем лазурит и выставляем его вот таким вот образом. Получаем вот такие вот. Получаем вот такие вот синие знамя. Это синяя половина получается. И делаем сейчас внимательно то, что делаю я. Это очень важно, потому что вам нужно это все делать таким вот по такому порядку, как делаю это я. Это очень важно, потому что я делал это случайным образом, и получилась вот такая какая-то непонятная фиготень. Но ничего страшного, все будет сейчас хорошо, все будет круто, и делаем вот таким вот образом. Выставляем по 4 таким вот, как бы делаем крест небольшой. И дальше остается вообще дело за малым. Берем чернильный мешок, обводим таким вот образом. И после этого берем лазурит и лазуритом обводим вот здесь. Шикарно, у нас получилось вот такие вот 4 синие знамя. И делаем дальше. Берем 2 блока лазурита, ставим их вот таким вот образом. Синие знамя, синие знамя, синие знамя вот тут и вот тут. И наверх делаем цветочный горшок. И у нас получается TARDIS в чистом виде. Это же очень круто. Думаю, вы поставите мне за это лайк. Приступаем дальше. Вторая вещь — это шторка для ванны. Мы можем с вами построить небольшую ванну, как вот, например, сделал это я. И также сделать небольшие декорации для нашей ванны таким вот образом. И, ну, если включить креативность, в принципе, я думаю, вам это под силу, моим самым любимым зрителям. И делаем дальше. Это наша будет ванна. Берем наших 2 эндер-палочки, ставим их вот сюда. Берем белое знамя, ставим его вот сюда. И получаются занавески для ванны. И шторки для ванны, или как, кому удобно. Ставим здесь кран. Ставим здесь рычаг, и можно мыться. Это очень круто смотрится, в принципе, я думаю, вам понравится. Шторка выглядит очень прикольно. Можно сделать любую шторку, которую вы хотите, под цвет. В принципе, их очень много. Вы также можете сделать разные узоры на ней. И на этом все, продолжаем дальше. А сейчас, друзья, мы с вами будем делать диван в Майнкрафте с подушками. Это будет очень круто. Я думаю, многие уже смотрели у меня это видео. О, господи, крипер! Крипер, крипер, тихо. Это вообще... Это третья часть, и сейчас мы будем делать с вами диван с подушками в Майнкрафте. Это будет очень круто, следи за мной. В принципе, на канале у меня уже есть полный туториал по тому, как я это делаю и как это все смотрится. Так что вы можете посмотреть в описании ссылку и перейти, или же где-то аннотация на экране, в принципе. Окей, начинаем. Мы делаем вот таким вот образом. Ломаем 3 блока, ставим посерединке у нас факел. И вот здесь выбираем разную расцветку наших флагов, которую вы хотите, которая вам понравится. И берем наши кварцевые ступеньки, ставим их вот таким вот образом. Супер. И нам нужны железные люки, которые будут направлены. Один люк я, короче, где-то потерял, но это ничего страшного. Сейчас все будет хорошо. Окей, я сейчас зайду в креативный режим. Это не так уж долго, в принципе. И возьму еще один флаг. О, говорю, флаг. Железный люк. Это, в принципе, ничего страшного такого нету. Окей. И рычажок вот здесь. Бум, и все шикарно. Вот таким вот образом выглядят наш диван с подушками в Майнкрафте. Это круто, это прикольно, вы можете сделать свои декорации, свой дизайн, как вам угодно. Ну и кто бы мог подумать, что мы с флагами можем делать самые настоящие флаги разных стран. Их более 200 штук, и на каждый есть туториал. В принципе, в интернете вы тоже можете найти. Я, к сожалению, не буду его делать, потому что он очень-очень долгий. Есть американский ютубер, он сделал его на целый час. Это целый час он снимал разные флаги, это очень круто. И я сделал тоже, взял у него с туториала, сделал 4 флага. Это, как видите, это Белоруссия, это Казахстан, это Россия и это Украина. Все 4 страны, которые смотрят мой канал, в принципе. Это очень круто, я благодарю вас, спасибо вам. И переходим к следующей части.
И в качестве завершения предлагаю незамысловатую конструкцию мольберта. Дело секундное, но результат шикарен. Ну что ж, давайте начнем. Берем наше белое знамя, ставим вот таким вот образом. Точнее, сначала не знамя ставим, ставим стойку для брони. Потому что мы так не сможем поставить. Ставим стойку для брони. Далее берем наше знамя, ставим вот таким вот образом. Здесь можно поставить, я не знаю, это как будто шикарно. Начался дождь. Окей, дождь прекратился, и можем продолжать. Дальше что мы берем? Мы берем нашу железную кирку и можем вот здесь вырыть яму небольшую, поставить здесь красный факел, здесь поршень. Сюда мы можем поставить наше... выкинуть наше яблоко, как будто мы делаем какой-то небольшой натюрморт, и расставить здесь небольшие картины размером 1 на 1 блок. Вот так вот, вот здесь. Понял? Не так. В конце мы поставим с вами яблоко, чтобы смотрелось более приемлемо. Так, это с первого раза может не получиться. Есть и... Ну, как всегда, мне ничего с первого раза не получается, но ничего страшного, сейчас мы поставим нашу картину. Вот мы поставили нашу картину спустя некоторое время, и можем уже наконец-то выбросить наше яблоко. И вот и все. Получилась неплохая мастерская. Как мы видим, у флагов есть много разных применений, и таким образом мы можем с вами построить разные прикольные штуки и разнообразить свою игру. На этом все. С вами был я, Неркин. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, дизлайкайте, как вам угодно. Вы также можете посмотреть группу ВКонтакте, в Зовфлотине, в Твиттере, в Инстаграме. Все ссылки предоставлены в описании. И также, если мы с вами набираем 350 лайков, то сразу выходит следующее видео, в котором я рассказываю, как построить буквы с флагами. На этом все. Всем удачи, всем пока.